Я просто был влюблен, но не было, наверное. Ну, сначала была взаимность, а потом ее как бы не стало. Ну, все рано или поздно заканчивается. Надо отпускать, чтобы получать что-то новое в себе. Каждый день мне было тяжело, потому что я не могла приблизиться к нему, обнять его. Не могла поцеловать его. Это было самое тяжелое. Просто как бы получалось так, что ну вот я начинался с девушкой встречаться, потом она находила себе другого парня. Просто я придумала тебя. Это я писала эти сказки. Это мы под снегом января. Так просто верили, мечтали, мы любили, начинали с нуля. Но кто же сделал это с нами, кто сложил все ореками не так? А помнишь, мелом на асфальте рисовал? Я люблю тебя, мой зайчик, где-то там. Может, все богами между нами решено, но мое сердце будет биться лишь для тебя одного. Но мое сердце будет биться лишь для тебя одного. Тяжело было. Ну, сначала это было интересно, весело, а потом после всего это пустота. Моего парня? А у меня его нету, и поэтому его никак не зовут. Это я придумала тебя. Облака смывают с неба краски, и весь мир под снегом января. Так одиноко остывает под ногами, замерзает земля. Я не могу, но оставляю, сердце плачет, забывая тебя. А помнишь, мелом на асфальте рисовал? Я люблю тебя, мой зайчик, где-то там. Может, все богами между нами решено, но мое сердце будет биться лишь для тебя одного. Но мое сердце, будет биться. Зачем секс вообще нужен? Что именно секс? Даже не знаю, без понятия. Чтобы узнать больше человека. Не знаю. Стать частью какой-то его. Просто ожидаешь от первого раза там кучу эмоций, чувств, но когда ты это пробуешь первый раз, это совсем не то, чего ты ожидал. А помнишь, мелом на асфальте рисовал? Я люблю тебя, мой зайчик, где-то там. Может, все богами между нами решено, но мое сердце будет биться лишь одного. Но мое сердце будет биться лишь для тебя одного. Просто я придумала тебя. Это что-то хорошее. Когда ты отдаешь что-то, взамен ничего не хочешь.